Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Your Today Rogi. Так, что я хотел? Я хотел посмотреть, что у нас тут. Ага, ключик. Ключик на открытие сундучка, и нам выпадает бинокль. Такс. Ну, подожди, а почему здесь еще, ребята? Почему? То есть, за рекламу они это имеют в виду? Ладно, я не буду рекламу смотреть сейчас. Так, у нас с тобой, ну, по идее, открылась новая локация, да? Ледниковые ущелья. Вот. Ну, можно, в принципе, туда сходить. Ну, давай, посмотрим, ребят, насколько здесь будет сильный противник. Так, мне, кстати, надо посмотреть, во что я одет. Так, тут у нас еще объединение есть. Три бинокля, да? Они становятся зелеными. Так, а зеленых биноклей у нас, по-моему... А, нет, не шиша. Так, я, кстати, хотел, наверное, знаешь, тут дробовик разобрать. Или, блин, с дробовиком бегать. Или взять пистолет лучше. Ну, давай посмотрим, ребят, как пойдет. А там уже определимся, что нам выгоднее. Взять пистолет или все-таки оставить дробовик. Мне почему-то показалось... Так, получить 40 ядер... Что? Что? Давай вот это вот. Так, подожди секундочку. Что там за задание? Нанести критический урон 15 раз, облучить 40 врагов ядерными отходами за один забег и собрать 50 грибов. То есть нам нужны будут грибы и отходы. Что это за психи такие тут у нас? Да, друзья мои. Мне только тут с дробовичком и бегать, я тебе так скажу. Да ну нафиг, я... Это смешной урон. Это урон смешнее, ребят, не придумай. Ну, ты посмотри. Как ты представляешь, я здесь буду... Не знаю. Это лютость какая-то. Ну, давай, наверное, возьмем баскетбол. Зашибись, тут еще и... Угу, разнес я ее. Да, ну я даже по зомбарям, ребята, урон наношу с этого дробовика ничтожный. Так, часы невидимости. Давай, наверное, возьмем еще одну пулю. Что-то мне выпадает не то, что нужно, если честно. Очень, очень слабый урон. Будем честны, ребят. А отнимает здоровье, будь здоров. Ну ладно, это пробный забег, ребят. Там уж посмотрим, докуда я и вообще доберусь. Доберусь до куда-нибудь. Мне не нравится этот зомби. Вот это какой-то. Я не знаю, в смирительной рубашке или что. Это зомби-солдат какой-то. Медленный, да, но противный. Так, враги получают больше... Нет, это фигня, давай вот это возьмем. Так, вращающийся мусор. А второе... способность летать. Тут, наверное, я возьму урон. Я не буду, ребят, пока смотреть рекламы эти все. Так, я нанес... Ауч! Я нанес, блин. Давай вот этот вот вольнем. Блин, ни грибы не выпадают, ни отходы ядерные. Что за ересь, а, ребят? Что за бред? Блин, еще этот псих с бочкой. Ёпарасоте. В
Блин, мне не нравится он. Подходишь ко мне. Да иди ты. Да вы издеваетесь, а? То, что мне надо, они зажали, друзья мои. Просто зажали, все. Ох, ядрёна матрёна. Ну и все, по-моему. Ау! Эй! Да, лютый дамаг, ребят, идет. У меня есть сердечко, я могу воскреситься. Не надо было, конечно, его, наверное, тратить, но бог с ним. Да куда ты прыгаешь, ну, Рэй, ну... Почему опыт-то не дают, я не пойму. Так мало опыта я получаю, зарабатываю. Да, блин, ну тут, хоть ты тут что делай, тут... Ладно. Вы издеваетесь, а? Вы просто вот сейчас в данный момент издеваетесь. Так, ребят, первый босс. Оу! Дай-ка я да я сказал, попробую. Ну не к зомби же прыгать, ну Рэй, ну. Эта штука очень долго наводит, блин. И потом стреляет в неподходящий для меня момент, ребят. А он что, будет состоять всего из двух деталей? Ну и что ты мне тут подкинешь? Увеличивает скорость, да? Это что еще такое, а? Это что, ребят, сейчас такой залетающий там... Я не знаю, как ее назвать даже. Дрон, не дрон. Какая-то летающая дрянь. Вроде похоже на ворона, но... Он больно скоростной. Скоростной какой-то ворон, ребят, был. Да вы вообще даете не то, что надо мне. Ну что? Ну серьезно, ну. Ни грибочка, ни... Ничего. Опять? Ну, тут я уже сам начинаю, ребят. Ой, хандра, 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 хандра. Захотел схитрить, схитрил, блин. Схитрил называется, друзья мои. Че, не видишь, что ли? Да что с таким количеством хп сделаю? Уже, по-моему, ничегошеньки. Вот как вам дробовик? Друзья, вот давайте на чистоту. Как вам вот дробовик этот? Да. Да, врезался башкой. Ну, а слушай, а что там за медальку я получил? Так, заработай 500 денег. Ну, это понятно. Мне непонятно было, что я там за медальку такую получил. Интересную. Давай тогда 20 золота. Давай тогда, наверное, с тобой возьмем из старых каких-нибудь уровней. Ну, выполним ежедневные, ребят, по крайней мере, задания. Ну, давай вот это возьмем. Пыльное шоссе.
В общем, мне нужны грибы, мне нужны ядерные отходы. А тачка-то у меня, смотри, какая. Кстати, мы же на тачке на этой с тобой не ездили. Да, я только сейчас вспомнил. Тайзер. Ну, давай тайзер, пускай будет. Ну, неужели? Грибы. Тут так сразу грибы дали. Так, грибы и ядерные отходы, ребят, надо. Вот, что это такое? Смотри. Я таких не помню. Это что-то новое, ребята. Если кто в курсе, напишите мне в комментах, что это за пятачки такие я получаю. Похоже на монеты, но для чего они? Да неужели? Пришлось, ребята, взять ядерные отходы, потому что, ну, они мне нужны. Так, и 500 монет, да, надо заработать? 500 золотых, точнее. Так, давай двойной магазин возьмем. Подожди, а грибочков больше здесь нету? Нету, к сожалению, грибов больше здесь нету. Так, ну здесь все просто, поэтому здесь особо запариваться. Конечно, в следующий раз, когда пойду проходить тот уровень, естественно, ребята, буду брать все абсолютно. Все сундуки вскрывать, все. Потому что это необходимо. Там по-другому просто не пройти будет. Ну и дробаш, конечно, бы хотелось бы прокачать. Чего уж там. Хотя бы по максималке. Так, ребята, оставлять ядовитый след позади себя. Ну, это хорошо, когда за тобой, например, бегут. Ох, ё-моё, что шуганулся. Это хорошо, когда за тобой бегут. Вот этот ядовитый след оставляется, и, соответственно, враги получают урон. А там, кстати, так как у нас много турелей, там, кстати, не помешало бы, знаешь, что лучше всего? Брать, наверное, защиту. Ну, мне так кажется. Брать защиту, это было бы, наверное, самое оптимальное. Я имею в виду от патронов, от пули, это вот от этого всего. Горячая картошка. Возьмем горячую картошку. Нету грибочка. Жаль. Вот, ядерные отходы еще. Подожди, что? А, не в ту дверь стою, думаю, что не проходит. Так, я облучил, ребята, ядерными отходами 40 противников. По-моему, 500 долларов я получил. Такое задание у меня было, да? И ну, вот собрать только грибы осталось мне. 50 грибов. Там же не было написано за один забег, по-моему, не было. Так что я могу... Могу... Блин, я надо было вниз посмотреть, там может быть гриб был. Может быть, а может быть и не был. Давай временно увеличивать стрельбу. Мне бы, говорю, хотя бы одно эпическое оружие. И было бы мне, ребята, счастье. Не мифическое, а у нас идет как мифическое, эпическое и легендарное. Что же за монеты-то я получаю-то такие, а? Мне ж прям очень интересно, ребят. Может быть, я что-то не знаю, может быть, как-то в магазине что-то покупать может. Да, вряд ли. Что там в магазине там купишь? Так, ну здесь я возьму вот это, ребят. Временная невидимость каждые 6 секунд. Ну, такой себе. А вот это хорошо. Ну куда ты разогнался? Тут довольно быстро прошли. Потому что, чтобы там проходить вот те уровни, ребят, ну, у нас должен быть дамаг, ну, хотя бы на уровне, я не знаю, там, среднячка. Ну, не так, как, извини меня, одного вшивого моба ты бомбишь по 3 часа.
Так мы с тобой далеко не уедем. Я тебе серьезно скажу. Просто мы так с тобой далеко не уйдем. Да, давай скорострельный с меня. И... Так, у меня грибы, да, осталось основное задание. Ну как грибы, там еще можно будет потом рекламку глянуть. Но факт в том, что мы, наверное, уровень получим сегодня. А уровень ты сам понимаешь. И надо будет как-то жару, ребята. Как-то жару проходить. А что это такое сейчас было? Такой звук, как будто приглушенное эхо какое-то. Ну, ты видел, да? То есть дробовик, он даже здесь, или даже вот этих вот первоначальных мобов, почему-то он не так сильно бомбит. Я не знаю, с чем это связано. Так, ну это червяк. Понятно, сейчас мы его быстренько закумарим. С грибами я так задание и не выполнил. Это что сейчас такое было? Ты... Все, от облучения, ребята, отдупился. Кицуми Гами. Прошел. Ну не... Вот, что это за... Что это за монеты-то такие, а? 6 монет. Так, погоди-ка. Погодите, ребята, я что-то не врубился. А это что так, машины изменились? У нас же... Хот-дог выглядит немножко по-другому. Сейчас нифига. Снега... Вот снегоход мы с тобой, да, прокачивать должны, по идее. Так, блин, а мне не хватает. Ну что, поехали, наверное, прокатимся разочек. Мы на нем не катались, мы даже не знаем. Так, я уже забыл, куда какие кнопки нажимать. Ну, такой себе. Чего он такой медленный-то, господи? Ой, сколько преград. Вот, хоть до первого сундука-то дойдешь. Мне что-то... Нет, ребят, бензин кончился. Что-то вообще кисляк какой-то, если честно, по бензину. И... Потому что бензин у нас с тобой только лишь... Вон, 270, а нам надо... Точнее, у нас... 119, а нужно 270. Да ладно, винтовка апгрейдится. Угу. Ну, допустим, мы апгрейдили винтовку. Мы апгрейдили винтовку. Так, у нас там задание, да, ребят, надо посмотреть. Получается, рекламу. Знаешь что, давай сделаем так, ребят. Я сейчас посмотрю все вот эти вот рекламы. Вот эти вот. Здесь гляну, там гляну. В общем, деньги, золото, все это получу и продолжим опять. Так, друзья, не стал я там смотреть вот эти подарки. Я посмотрел просто за сундук рекламу и все. Так. Снегоход. Ну, давай еще разок попробуем. Просто надо где-то деньги. Там можно было, видишь, вниз еще упасть. По идее. Но я пошел наверх. Может быть, вниз нам провалиться? Вот здесь вот. Вот давай попробуем вниз поехать. Отлично. Ну, до ящика все равно мы не доедем. Ну, давай ты, ну... Все, он опять на этом же месте, ребят. Да потому что ничего не изменилось. Тот же самый чекпоинт. Да ну серьезно, что ли? Блин, ну, ну нужно еще.
Ну-ка, давай глянем здесь. Может быть, все-таки... Если смотреть, ребята, по карте... Ну, что за фризы-то? Ну, что? Чего вот она начинает, а? Фризить там подобное, блин, на ровном месте причем. У нас начинается между первым и вторым, ребят, сундуком начинается награда. Ну где их там, блин, искать? Твою налево окно закрой, ребят. Синяк это лайт там. Идиотская. Вот сейчас вот, где-то здесь, ребята. Где-то тут что-то недособрато. Вот где-то здесь. А где именно? Ну, если даже аккуратненько ехать. Собрал, ребят. Там, оказывается, в воздухе. Оказывается, в воздухе был недобран один этот. Одна деталь. Хорошо. Бензин кончится, я, наверное, сейчас не доеду. Не успею даже посмотреть. Вот здесь вот. А, наверху. Внизу, внизу. А ты можешь назад? Ать. Вот, ребята, здесь... Внизу было. Там было наверху одна из наград. А... Там был рецепт. Сейчас попробуем. Блин, не хочет толково ничего делать. Блин, на нитро тоже, ребята, все, оно у меня закончилось. Я его сжег, наверное, зря. Потому что я без нитро, скорее всего, не смогу, ребят, запрыгнуть. Скорее всего, не смогу запрыгнуть наверх, где будет лежать рецепт. А рецепт будет вот тут, вот, вот. Нет, не тут, ребят. Значит, вот тут. Вот, вот вон там. А как? Так, подожди, стоп, 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 стоп. Тут надо как-то... Подожди, а как вниз-то? Где-то вниз надо провалиться. Все. Ребятушки, остается здесь только лишь рецепт. Ты прикинь? Только рецепт. А что там за награду, если мы с тобой... Блин, как мне ее взять-то, а? Дай-ка я еще разок попробую. Ребят, ну, нитро сохраним. Почему-то мне кажется, что не получится у меня. Даже... Там как-то хитро так сделано. Он стоит наверху, но туда нет особого такого, как сказать, ну, подъемчика, что ли. Ладно, сейчас посмотрим. Вот там что-то вот типа такого надо будет как-то наверх запрыгнуть, но... Ну, шансов-то маловато. Так, вот сейчас вот где-то... Блин, еще не прозевать бы этот момент. Надо, наверное, ускоряться. Я даже не знаю, ребят, что сказать. Вот тут вот. Нет, вот тут. Есть! Ребята, я все награды собрал. Я все собрал награды. И что за это мне причитается? Ключики, по-моему. Вы говорили, ключи какие-то, нет? Да, да, друзья мои. Три ключа.
Три ключа. Так, открываем. На это фигня, не броня. Опа. Опа, пулечки. Ржавый приклад. Слушай, подожди. А, блин, а миниган-то у нас зеленый. Миниган зеленый, ребята. Сколько дробаша идет? На... Так, атака 183. Атака 183. Ну да, как-то дробовик и пистолет, наверное, ребята, они одинаково будут бомбить. Мне так кажется. А за эту машину, если тоже проходим, еще тоже, да, три сундука, ребят. Ну-ка посмотрим, а где здесь у нас? Подожди, а тут что-то не показывается у нас, ребят. А тут почему-то не показывается у нас, я же... Неужели так много пропущено у меня этих... Да я что-то как-то не уверен, что я прям много так что-то где-то пропустил. Не может такого быть. Наверху все чисто, внизу все как бы собрато. А где же тогда подвох? В чем, ребят, подвох? Ну вот, я вот еду сейчас, смотрю. Опа! Так, ну, кое-что понятно, по крайней мере, ребят. Там было одно место, низинка такая. Ну, в общем, ты видел, там была низинка, ну... Не показано, сколько нужно собрать. 20? Ну, около 20, ребята. 20, около 20 элементов у меня не собрато. Да ну, такого быть не может. Так, хватает? Блин, мне до сих пор не хватает, ребят. Так, ну ладно, тогда давай смотреть, наверное, на рекламу. Там, получается, две рекламы мне надо будет глянуть. Да, грибы еще не дособирал. И... Дополнительные миссии. Да, нам нужно будет, чтобы получить 18 уровень. Так, ну что, ребята, я получил задание «Начни забег с оружием». Я его сразу выполнил, потому что у меня начался забег. Убей 50 врагов за один забег и собрать грибы. Короче, основная наша задача — это собрать грибы. Кинетическую голограмму дали, окей. Блин, а миниган-то, кстати, можно было бы на этот уровень-то взять-то посмотреть, зелененький. Да и фиг, что он слабенький. Просто хотя бы прицениться, верно? Что-то я не подумал как-то об этом. Что-то я как-то, если честно, лопухнулся. Не подумал, да. Мне бы хотя бы посмотреть, что он из себя представляет. Стоящее ли вообще это оружие. В принципе, если следующий забег там... Будут, например, задания у нас, да? Есть еще дополнительные. Возьмем также слабенький уровень и попробуем взять миниган. Ну, его качнем еще чуть-чуть. Давай фейерверк возьмем. Вот, и глянем. Глянем, что у нас из этого всего получится. Просто интересно, я таким оружием... Я все уже посмотрел, там, винтовки, там, все, что у нас есть. Но именно миниган только сегодня у нас выпал. Слушай, а защита... Защита работает, ребята. А вот и грибочки. Отлично. Значит, мы, получается, выполним с вами задание.
Слушай, грибы я буду собирать, само собой. Ох, какая игра. Друзья, там грибов больше нету? Там больше их нету. Ну давай хрустальное сердце возьмем. Здесь здоровье мне особо не нужно сильно. Да и дамаг-то, в принципе, честно уж говоря, не нужен. Такой зашкаливающий. Яблочко, ну пускай будет яблочко. Яблочко лишним не бывает. Давай так. Я бы, конечно, лучше бы грибы хотел бы получить. Ну, чтобы их здесь больше росло, и я чтобы быстрее их насобирал, в конце концов. Но, видишь, не дают. Все, ребята, я все задания выполнил. Дальше грибы не обязательно собирать. Теперь просто быстренько проходим с тобой, и все. И у нас будет левел ап. Но, по-моему, прокачки не будет. Надо будет как-то вот умудриться нам пройти с тобой этот жару. Даже хотя бы пускай первоначально. Да, 100 золота, ребят, тоже, как говорится, ну, лишними они, ну, не будут. Что же за монетки-то вот эти вот свиные выпадают-то? Ну кто же мне, блин... Ребят, если вы в курсе, в комментариях, пожалуйста, чиркните. Что за свиновьи монетки выпадают? Что они вообще дают? Для чего? Может быть, я что-то... Нет, не знаю, блин. Ну я вроде бы по магазинам по всем посмотрел, поглядел, ничего там такого нету. Связанное с монетами с этими. Может, какое-то событие идет. Не знаю, ребятушки, не знаю. Лучше бы дали бы мне винтовку снайперскую. Я бы ее потом качнул бы, и все было бы у нас в ажуре. Было бы все изи. Давай возьмем аккумулятор. Я по привычке до сих пор собираю грибы. Уже привык, что их надо собирать. И собираю. Слушай, ты заметил, что мало дают деталей? Я заметил. Не особо, конечно, это радует. А с другой стороны, выбора-то нету. Так, прошел, да? На выход. Ну, я, получается, все задания выполнил. Убил врагов, начал забег с оружием. Вот что это за монеты? Непонятно. Так, а вот здесь, по-моему, у меня не получится, ребята, быстро уничтожить этого хламона, потому что у меня отравления такового нету. Но он горит. Сейчас горит, все. Выпрыгнул и сгорел. Все, валим отсюда. Блин, и не почитать, что за монеты. На них кликаешь, а как бы... А-а-а, все, ребята, я понял, что это за монеты, господи. Это копилка. Это, ребятушки, копилка. Так, ну что, дополнительная миссия. Давай гляну рекламу. Может быть, дадут три миссии еще.
Так, ну что, друзья мои, вот два последних задания. Пробежать 3000 футов и выстрелить из оружия 300 раз за один забег. Так, и мы получаем с тобой 18 уровень. 20 голды. Мне хватит? Мне не хватит. Ой, подожди, не эту машину. Хватает. Друзья мои, хватает. Блин, ну ценник, конечно, 405. Да. Броню даже могу улучшить. Ой, хорошо-то как. Броню еще могу? Ой, замечательно, ребят. 28 уровень брони у нас. Это уже что-то. Так, я хотел миниган взять. Где он у нас? Вот. Давай мы его прокачаем. Ладно, фикс я бы. Установить. Пойдем в самую простенькую, ребят, миссию, потому что миниган вообще не прокачанный. Я не знаю. Так, 3000 футов, значит, пробежать надо нам. И выстрелить 500 раз за один забег, да? А, 300 раз. Сейчас посмотрим, блин, что у нас из этого выйдет. Подожди, это он так быстро наяривает? Слушай, ну по скорострельности он так, в принципе, как бы хорош, ребят. Именно по скорострельности. А что это у нас там в голове? Черек, что ли, торчит? Точно. Раньше такого не было. Теперь червяк там сидит. В чайнике у нас. Слушай, ну прям... прям так, знаешь, я тебе скажу, ну... что-то есть в этом минигане. Не знаю пока что. Наверное, меня подкупает его скорострельность. Единственный минус, естественно, ребята, это то, что он зеленый. Ну, вид оружия зеленый, соответственно, он будет очень сильно уступать даже тому же самому дробовику. Это более чем вероятно. Но то, что стреляет он как сумасшедший, это да. Я почему-то немножко думал, по-другому это будет как-то выглядеть. Что он, типа, знаешь, как будет там без остановки шпарить. Но, в принципе, и так неплохо. Вот только детали мне почему-то не дают. Как-то немножечко... вон, одну дали там. Заблудшую детальку. Давай бензин возьмем. Да, по скорости, конечно, офигенно. То есть он моментально практически разносит врагов. Так, выстрел произвел. А вот теперь надо пробежать 3000 футов. Сколько я на данный момент пробежал? 1000 только лишь. 1000 футов, ребят. То есть, насколько я могу догадываться, это мне нужно двигаться, да? Чем больше двигаюсь, тем лучше для меня. Давай возьмем сапоги-бомбы. А мы, кстати, сейчас проверим кое-что с тобой. Смотри. Вот у нас сколько сейчас футов. 1253, да? 1253, давай посмотрим. Засчитывается ли вот это просто, что мы с тобой бегаем?
Офигеть, червяк в башке, блин. Да, друзья мои. Так, нам за один забег надо? Нет, нам просто нужно пробежать. Короче, чем больше ты бегаешь, тем лучше для нас. Именно бегать. Я так понимаю, прыжки сюда не учитываются. Именно бег только нужен. Да, конечно, тут червяк, короче, в голове что-то меня немножко как-то уже напрягает. Выглядит мерзковато это все. А бегать на одной точке тоже, ребят, ну такой себе доусы. Давай аккумулятор возьмем. Ну это босс Жиробас. Готов, хмырь. Да, маловато, конечно. А копилка, по-моему, если она накапливается, ну там, если не ошибаюсь, ребята, это за деньги. Да, это за деньги. Да ладно. О, максимальный уровень. Радар-сканер, друзья мои, у нас прокачан до максималки. А что по снегоходу? А, трансмиссия. Увеличивается разгон, уменьшает скорость расхода бензина. Да, вот это, кстати, тоже не помешает. Так, а тут-то что? А, за уровень 16 тысяч, ребята. Подожди, а сколько максимальный уровень? 21 уровень, это максимальный будет? Да ладно. Так, ребят, ну что, я беру, наверное, дробаш. Ну, хорошая винтовка, ребят, хорошая винтовка. Ничего не могу сказать. Ну, она зеленая. Вот сколько вот тут? 183 к атаке, а у... 8, это на третьем уровне. Понятное дело, что проигрывает. Так, ну что по жаре там у нас? Давай глянем. Мы можем с тобой... Сотка. Давай попробуем. Ну тут, наверное, придется нам смотреть и рекламы. И все. Так, давай дальше. Ну вот этот. Ага, жидкий азот. Да ядрен ты матрен. Дай только что-нибудь путевое. Ну давай это будут фейерверки. Давай это будут фейерверки. Они нам, я думаю, пригодятся. Где там эти крысы? Ага. Так, двойной магазин возьмем. Тут даже на таком уровне, что ли, блин, отражение снарядов нет. Ну что за фризня там начинается? Тут кинетический мусор, там остальное все бред какой-то, ребят. Ай, жабы. Ну, хорошая игра, фризит. Ну, ты специально, что ли, так делаешь-то, блин? На ровном, блин, месте просто фриза врубает и все, блин. Стреляет лазерами по вертикали. Давай возьмем урон и тут. Че дадут? Нам дают защиту. А сколько процентов-то? 10. Ну, ладно. Пипец, блин. Да ну нафиг. Ч
Чё-то надо хилище брать. Уже здоровья нету. Я не успел начать играть, а у меня уже здоровья нету. Я возьму яблоко. Мне надо хоть что-то, чтобы мне восстанавливало здоровье. Все? Нет, не все. Хирург-ботаник там был. Как они там двигаются? Так, там грохнул. Здесь кто-то. Крыса? Давай, наверное, возьмем еще одну пулю. Блин, я забыл, что это... Да что за фризы-то, я никак не понимаю. Блин, тут еще и слизь, ребята, она отражается. Слизь, которая отражается. Ну, лучше не придумаешь, блин. Но... Так, завалил. Да, друзья, я возьму здесь грибы. Не надо объяснять. Я пробежал 3000 футов. Ну и прекрасно. Че, жаба, все? Поплохело тебе? Не смогла запрыгнуть, да? Да надо. Снарядов отражающих. Жабы эти проклятущие, блин. Динамит. Опять слизи, да? А мне же две этих нужно, да, ребята, чтобы улучшить? По-моему, две, или мы... Две. Я же не улучшал. Я еще... Мне не хватало как раз двух токенов, насколько я помню. Так, ладно, урон возьмем и... Так, мне достается здоровье 15%. Ну... Думаю, что, наверное, неплохо, ребят. Так, крыса. А какой тут у нас буст-то будет? Ну, готово. Временно увеличивает скорость. Давай, наверное, так сделаем. Временно увеличиваем скорость после убийства врага. Ого! Да. Хитро, конечно, они тут придумали, я не спорю. Не вижу, когда вас тут тьма тьмущая. И стрелки, и бегунки, и кого только нету. И бегают-то они здесь в разы быстрее, чем обычные зомбари. Босс, это второй где-то босс. Что за фигня? Чё? Нахватал там, наловил, блин.
Ну, конечно, деньги даст. Что, что ты еще можешь здесь дать, кроме денег? Вот он отвлекается именно на мышей. На крыс, на этих подзаборных. Да? Ну, слов у меня нет на этих жаб, ребят, ну... Блин, куда ты идешь? Она туда же, в то же самое место, ребята, куда ты идешь? О, еще и этот... Прям слизью. Прям слизью в меня. Да вы дайте мне что-нибудь путевое. Так что вы мне даете какую-то влажу? Затихарились там, стоят. 1768. Я просто не помню, ребят, что здесь за... Блин, надо было лечение, наверное, брать. И этого больше у нас нет. Лазерная пушка, блин. Ага. Так, хорош. Пипец, блин. Фух, грибочков-то нету, что ли, здесь, чтобы немножко перекусить? Нету. Да твою налево, ну все, все, что можно, ребята, поймал, блин. Блин, все, что можно, блин. Ну... Трэш. Давай, враги горят со временем. А, гриб там был. Что за босс? Ага, пушка. Блин, сейчас будет с этими. Вы серьезно, блин? Так, ну у меня еще не было этого, да? Я еще ни разу не смотрел рекламу, то есть у меня еще есть КП. Бесплатно, давай. Так, давай, 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 оживляйся, мужичок. Как думаешь, успею я его запинать? Да, успею. Фух. Так, ну что, два кредита я получаю. Плюс мы выполнили с тобой два задания. Не кредит, а два токена. Окей. Даже ключик дали. На сегодня задание закончено, я понял. Так. 201 к атаке. Нормально, ребята. Так, тут у нас... Подожди. Вот это, да? Да. Ага. Замечательно. Здесь ключик. Быстрый магазин. Так, здесь, по-моему, ребята, у нас... Нет, что-то можем проапгрейдить. Давай, наверное, вот так вот сделаем.
Все, ребят, шикарно. Я думаю, что на сегодня, пожалуй-ка, мы, наверное, закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!